У тебя действительно талант. Ты что здесь делаешь? Я думаю, нам стоит поговорить. Все грехи прощаю. Извини меня. Саша. Я просто хотел сказать, что... Неужели ты позволишь какому-то Тарасу испортить наши отношения? Тарасу? Скажи, а чем ты лучше? Один обидел женщину, а другой унизил при всех. Знаешь, на конкурсе подонков еще неизвестно, кто бы первое место занял. Извини. Нет, я пойду. Ты домой? Давай я тебя подвезу, поговорим по дороге. Вызову такси. Хорошо, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Ты что делаешь? Давай поговорим, а потом поедем к мастеру. Нет, мы сразу поедем к мастеру. Хорошо, мы поедем к мастеру, а по дороге с тобой поговорим. Да?